Друзья, привет! Это модель велосифера трехколесная с батареей 1600 Вт. Здесь стоит аксессуар, это коробка деревянная, можно ее не ставить. Здесь есть кнопочка свет, кнопочка гудка, газ, тормоз. Тормоза очень приятные на ощупь. Модель немножко скрипит, мне говорят, что это не готовый образец, поэтому здесь вот так торчат провода, это все нормально. Очень стильное сиденье. Сзади предусмотрен красный стоп-сигнал. Модель развивает до 35 км в час. Также можно приподнять крышку, открутить сиденье, снять его и забрать батарею с собой. И батарея порядка 18 кг. Но с другой стороны предусмотрен порт для внешней зарядки. То есть для владельцев коттеджей, квартир. В принципе, модель очень оригинальная, красивая. Мне очень понравилась. Модель Mini Monster компании Velocifera. Очень симпатичная, стильная модель. Мотор 500 Вт. Смотрите дизайн. Ощущения отличные. Мощный мотор, немножко гудит, но мне очень нравится. Средняя версия, есть более маленькие, есть мед версия, мини-мед, мед и трехколесный мед. Эта модель оптимальное соотношение цены и качества, а также размера. Маленькая модель для меня, честно говоря, маловато, понравилась тряска, хотя для субтильных юношей и девушек будет вполне нормально. Эта модель меня, в принципе, порадовала. Здесь мотор 800 Вт, модель мед 1600. Давайте попробуем. Здесь есть спидометр. Поехали, попробуем. Максимально на этой модели я при весе 100 кг. Разогнался до 28 км в час, хотя здесь ограниченная трасса, наверное, 35. Производитель заявляет порядка 45, но понятно, здесь все относительно, поскольку вес человека тоже имеет значение. Вес он выше среднего. Чем мне нравится эта модель, в отличие от младшей, здесь более широкие колеса, они шире. Здесь очень стильные лампы, светоплата предлагается. Также есть задний свет, тоже аксессуар. Крылья защитят вас от грязи. Дисковые тормоза. Очень приятно моделька эта тормозит. Мне она понравилась больше всех в плане торможения. Мощный мотор, хороший подхват со старта. Надеюсь, увидите на нашем рынке.